Стрельба на юге Франции. В воскресенье вечером в городке Авиньон неизвестные на автомобиле открыли огонь возле мечети. 8 человек получили ранения. Погибших нет. В то же время французская полиция не расценивает инцидент как теракт. Подъехал черный Рено, в нем было 4 человека. Двое, которые сидели сзади, вышли с оружием и начали стрелять. Им было лет по 30. Все начали бежать. Двое стрелявших тоже побежали за группой молодых людей. Первым местом, где можно было укрыться, оказалась мечеть. Но в то время как раз закончилась молитва и выходили верующие. Их ранили. Как предполагается, верующие в мечети не были изначальной целью нападения. 4 человека были ранены там, и еще 4 члена одной семьи, включая ребенка, пострадали в квартире рядом с местом нападения. Их ранило дробью. Полиция полагает, что это был конфликт между местной молодежью. Это молодые люди из небольших городов. Я их конкретно не знаю, но когда они услышат, что ранили людей, выходивших из мечети, думаю, они не смогут спать. Они очень пожалеют о содеянном. Напомним, на прошлой неделе мужчина пытался въехать на автомобиле в толпу перед мечетью в пригороде Парижа. Его арестовали, пострадавших нет.